студии «Диалоги о ритейле» retail.ru Ольга Чугунова, руководитель дивизиона закупок товаров категории «Ультрафреш» компании «Metro Cash & Carry». Здравствуйте, Ольга. Очень приятно. Спасибо, что уделили нам время. У меня, наверное, такой два вопроса, которые я задам одним. Сегодня мы весь день обсуждали специфику и развитие отношений между сетями и поставщиками товаров в категории food. И скажите, пожалуйста, что сейчас переживает, как сейчас развиваются отношения между поставщиками и сетями, и насколько, как вы считаете, важны такие встречи вот на конференции, как сегодня? Ну, давайте я начну со второго, наверное, вопроса, потому что такие встречи действительно важны. И важны они еще как раз в том формате диалога, который вот сегодня мы увидели. Потому что если бы это просто были презентации со стороны представителей там, сетевой или не сетевой розницы, допустим, или нас как представителей мелкооптового бизнеса, наверное, это было бы не так полезно. Но возможность именно обсудить вопросы, даже если они иногда не очень общие или стратегические, а более частные, это дает как раз понимание, ощущение того, что мы готовы обсуждать, мы готовы к диалогу, мы готовы сотрудничать, да, и, соответственно, развивать наши партнерские отношения. И сейчас то, что я наблюдаю, по крайней мере, вот с теми производителями, с которыми мы работаем, в тех категориях, которые я курирую, это то, что есть действительно понимание того, что мы должны двигаться в одном направлении, да, то есть мы должны смотреть в одну сторону, и тогда у нас все получится, особенно при, то, что говорил Илья, при, к сожалению, падении общего потребительского спроса. Мы должны вместе друг другу помогать и держать на плаву, соответственно, производители своим предложением, мы помощью в реализации этого предложения потребителям, неважно, профессиональным или конечным потребителям, здесь уже какой бизнес у каждого.